У меня просто слов нет. Не может быть смерть настолько тупой, когда проходишь GTA 4 с одним хп. Думаю, будет как раз в тему. Ну... Ой! Ой-ой-ой! А я не хотел... Да пофиг! Блин, я его кидаю сегодня всю серию. Ну что я могу сказать? На чиле, получается, на полном чиле. Вот если бы можно было серию записать так, все было бы... На полном чиле. Так, ну, на чем мы остановились? А, ну да, счетчик смертей, мод выключен, мод включен. Все, отлично. Дамы и господа, я записываю этот ролик в понедельник. Почти уже ночь, кстати. И просто не могу оторваться, потому что буквально недавно я получил о том, что ограничение пало на 13-ю часть по GTA 4 с 1 хп. И какого хрена? Если вы ее не смотрели, то, пожалуйста, гляньте. Она будет в подсказке вверху справа на экране. Не дайте ей просто помереть, хорошо? Ну а сегодня мы продолжаем. Это, по-моему, 14-я серия GTA 4 с 1 хп. И сегодня мы с вами узнаем, кто такой Дерек. И, наверное, я к нему прямо сейчас и поеду. Потому что из работодателя остался Фил Белл. А Фил Белл, вот чмошнее работодателя в серии GTA, я, наверное, даже представить не могу. Так что покатаем сегодня на Дерека. Ну и, собственно, что тянуть, да? Не забывайте, друзья, про планку в 2000 лайков. И, конечно, подписывайтесь, если вы тут впервые. Мне звонит газета, кстати. Да, так что не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. А первая миссия сегодняшней серии с одним хп называется Смакдаун. Пройтись по лезвию ножа во время перестрелки в Лос-Сантос? Только ты вправе решить, какая из банд будет сильнейшей. Пит, очнись. Пора навязать свои правила. 21 мая открылся новый сервер на базе Rage MP, Atom RP. Сотни сюжетных линий, огромный авторский автопарк, максимальная проработка интерфейсов и десятки других фишек. Скачивай лаунчер и заходи на открытие. Все ссылки я оставил в описании. Найдите полицейскую машину. О, вы знаете прекрасно, как я это сделаю. Сейчас мы кое-куда наберем с вами. Стоп, мне не надо, я передумал. Смотри-ка, вот этот джекпот. Короче, Дерек, насколько я понимаю, бомжует у нас, да? В прошлой серии мы выполняли задание на Джерри. Или, ну как, ну да, Джерри. Кого из них убивать, я решу потом. Но не переживайте, я сделаю два выбора сразу. Итак, давайте воспользуемся этим полицейским. Как его там? Алло. Так, нам нужен некий... Подожди, а можно это ввести? Блин, это не... Серьезно? Это никак нельзя ввести, прикинь? Я не знаю, как я сейчас это должен сделать. Тут слишком классная чувствительность, блин. Какой же сраный садист это задание придумал. Я так понимаю, когда у тебя частота кадров слишком высокая, у тебя просто жесть начинается. Я не могу попасть. Все, наконец-то. Теперь надо на вот только попасть. И мы можем ехать. Вот, Батислиго. Прикиньте, я, кстати, неправильно написал. А, не, все, хорошо. Местонахождение преступника показано на радаре. Тут такое дело. Его ж надо устранить вместе с дружками, да? Я правда не хочу здесь умирать. И тут еще, кстати, при том следить ведь за ним, походу, придется. Убедись, что люди там, я хочу, чтобы они за все заплатили. Поезжайте в бургершот, там обычно ошиваются баки. Да, это будет очень болезненно. Мне, наверное, придется тогда подрубить приложение, которое лочит FPS. Поскольку второй раз я вряд ли смогу вбить это имя. Жалко, тут просто клавиатура не работает. Ну, кстати, задание кажется простым. Может, у меня даже получится его с первого раза выполнить. Это, я так понимаю, его тачка, да? Проследите за баки, чтобы найти его подельника. Вопрос только такой. Они пойдут в здание, да? Замкнутое пространство с одним хп — это большая проблема. Так что, да, давай ненадолго, недалеко. Где ты там своих дружков хранишь? Я так понимаю, это тупик — это то место, да? Он вообще, кстати, какими-то гаражами только что ехал. Гаражами, заборами. Маршрут, кстати, очень даже хорошо сделан. Не знаю, прописывался ли он отдельно для этой миссии или просто рандомно выбирался. Но мне уже нравится. И честно вам скажу, тут буквально вот 5 минут задания — это чисто слежка за этим мужиком. Ну я понял. Нельзя дать баки... А, блин. Вы знаете, какая проблема? Если я баки сейчас убью, мне все равно придется его подельников тоже убивать, да. Ну, на самом деле, это гигантская здесь проблема. Вы просто масштабов не понимаете. Что будет, если я сейчас проиграю в этом задании, короче, ребят. Ладно, ну я, короче, вам показываю большую часть материала, так или иначе. Но теперь мне еще придется от полиции угонять. И если это нужно будет делать каждый раз, это максимально идиотское задание. По-моему, их там трое, кстати, осталось. Ну, в теории я бы мог, кстати, с ними расправиться чисто по приколу. То есть зашел, раскидал, вышел. Но они здесь еще и прячутся.
Наверное, УЗИшкой тогда придется воспользоваться, но, в общем, показываю вам. Старая, добрая, легкая стратка. Они, кстати, все с пистолетами, прикинь. То есть просто берем, раз... А, я понял. Они, походу, еще и крышуются полицией, да, судя по всему? Ну, видимо, в этом и есть прикол задания. Тварь, ты все это время там сидела с дробовиком, да? И у меня еще сверху тип. И полиция на хвосте. Серьезно? Мне второй раз придется от них уходить. Да, мне придется второй раз от полиции линять в этой миссии. Тот, кто делал это задание, просто мой герой. Реально, без шуток, это мой герой просто здесь. И как я резко сейчас пожалел о всех миссиях, которые до этого выполнял. Да, серьезно, тут, в общем, в несколько заходов, так как у меня одно хп, нужно разделаться с подельниками от этого мужика. Притом, нормально, да, он там расположился, вы видели только что? И тут еще, кстати, какой-то один полицейский решил около дома меня покараулить. На стрёме стоит. Не, ну это, кстати, прикольно. Это хоть что-то новенькое, притом название миссии Смакдаун. Знаю я в одной GTA такое же название миссий. Тоже терпеть ее не могу. Ну да ладно. В общем, полицейских вроде на горизонте нет. И мне пока первая миссия на Дерека не особо понравилась. Но благо, здесь хотя бы типы по тебе не стреляют. На будущее, кстати, для подобных ситуаций мне нужна была бы штука, чтобы Нику Белик постоянно бегал в спринте, не выдыхался абсолютно. 6,5. И, кстати... А у меня миссии на Дерека кончились, прикиньте. Здорово. Это, получается, после этого их судьба, да, уже решается. Ну, сейчас просто с Филом придется тогда поговорить. Но Фил это очень хреновый работодатель, ну да ладно. Ну, не знаю. Поехали. Ну, попробуем, да? Давайте, первая миссия на Фила Белла, потому что больше ничего не остается. Я надеюсь, просто сейчас, вот просто в рандомный момент, мне кто-то позвонит и прервет меня от этого задания. Ах, ну, хотя бы Берни. Не, даже он не прервет. Первая миссия на Фила, Трак Хассл. Вы не, просто не представляете, как это больно сейчас будет. Направляйтесь в переулок. Говорит, я буду на связи. И что это значит? Значит, что я на чиле должен теперь все сделать, да, без него? Ну, классика. Хотя, по-моему, это не то задание, где он будет через весь город с полицией на хвосте ехать в каком-то транспортном средстве, да? Ну, а в общем-то, время покажет. Что себе? Вы это тоже видите, да, сейчас? Бедный таксист. Стой, мужик, стой. Давай я лучше к тебе сяду. Так хоть мы быстрее доберемся. На месте. Я, кстати, проспойлерил, на Фила будет всего 4 задания. И это только первое. Ладно, УЗИшку берем. Сами прекрасно понимаете, здесь мы на рандоме все только сделаем. Ну, поехали. Какая-нибудь стрелка, какая-нибудь катсцена. О, да. Мне уже нравится эта катсцена. А где Фил? Он же должен быть здесь по-любому. Кстати, сразу штурм начнется или время дадут? Типа, я могу начать это с гранаты. Угоните грузовик. Жесть. Посмотрите, сколько их здесь. Ну что, ребята, вы готовы? Я, да. Ну, тогда поехали. Тут, в принципе, ждут только меня одного, я так понимаю. Хорошо. Не даем им подойти. И сначала валим тех, кто здесь поблизости у меня находится. Ага. Кстати, как видите, хедшоты здесь не особо тараляют. Ё-моё, вы еще приехали. Не знаю, кто вы такие, парни, но... Это явно не ваша остановочка. Ну, смотрите, тут какой плюс. Они палят по мне круглосуточно. Это значит, что путь будет открыт, когда все они, соответственно, помрут. Но это и так очевидно, я все миссии до этой также проходил. Проблема номер два. Им только по ногам, если палить, потому что они прячутся постоянно. Мне нужна снайперская винтовка в определенный момент, ребят. И я думаю, определенный момент настал именно сейчас. Здорово. Отлично. По-моему, вон тот последний, который прячется за машиной. Давайте попробуем вот так сейчас сделать. Раз. И... Угу. Нормально. Нормально. У меня такое ощущение, как будто тут был второй. Ну, судя по звукам. Нормально, зря, короче, пушил их. Да они выстраиваются здесь хорошо. Главное, чтобы по руке просто рандомно не зарядили. А в целом нормально. Зря я, наверное, так орал на эту миссию. Но снайперку здесь я все равно брать не буду. Вы видите, чем это чревато. Только вот у меня вопрос. А как доставать такого вот типа? Типа он выйдет из укрытия, как вот этот сделал, да? Я почему-то не уверен. По грузовику вроде тоже палить не особо-то хочется, если честно. А вот в такой момент у меня просто патроны заканчиваются. Ладно, давай на тот свет, братан. Ладно, новый момент. А, где-то здесь, да, должны появиться другие типы. Ага. Я на самом деле не думаю, что это хорошая идея сидеть сейчас вне укрытия. Но, понимаете, альтернатива такая себе. Если они меня захотят убить, они и так это сделают. Ну, давай попробуем, хорошо. Давай, вот этого мы сейчас убьем. Вот справа там сидит тип с рукой, постоянно ее вытаскивает. И еще один тип, который... Я не знаю, это он может? Мне патроны нужны будут к снайперке после этой миссии явно. Ну, пойдемте. Ага, далеко собрался. Еще водителя надо спилить. Не понял, братан? А, ему норм. Грузовик уезжает, заберитесь на него сзади.
Так получается, всех убивать не обязательно, да? Так окей, нет проблем. Только... Блин. А если он сейчас уедет от меня? Я попробую сейчас как можно быстрее наперевес ему пойти. Каждый раз, когда начинается подобное задание на Фила, у меня какая-то проблема возникает. Здорово. Поймаешь? Да, конечно, поймаешь, братан. Какие тут проблемы? Как я должен сзади к нему это... Что я должен сделать? Я не до конца понимаю, к сожалению. А может попробуем просто водилу спилить, как считаете? Или он бессмертный здесь? Скорее всего, да. Как-то надо забраться сзади. Я без понятия, как именно. Может, дорогу просто попробовать ему перегородить? У меня просто слов нет. Я все время думаю, не может быть смерть настолько тупой, когда проходишь GTA 4 с одним хп. Еще как может. Абсолютно может. Вот что надо было, оказывается, здесь сделать. Здесь надо было чисто несколько раз нажмите пробел. У меня, возможно, будет проблема с тем, что FPS слишком огромный в игре. И я не уверен до конца сейчас. Ну ладно. Давай, Нико, давай. Сейчас самое время как раз. Все, нажимайте W, чтобы теперь переместиться, да? Тут еще на AD надо постоянно перекатываться, но я думаю, это не так важно ведь, да? Ну все, по идее, если мы сейчас спокойно выпиливаем мужика, то все будет окей. Нико! Отлично. Ай, хорош, хорош, хорош. Все, поехали. Ну, с третьего раза. Но, опять же, там одна смерть была мега тупая, чисто на интруху скорее. Ну, так все целое. Ладно, трек Hustle выполнено. И хорошо. Ну, получается, на месте, если тут продолжения никакого нет, тогда все окей. Ну, тут, судя по названию миссии, чисто начало это вот трек Hustle только сам по себе. Так, и что? Готово. 11 тысяч дали. Притом, кстати, смотрите, там мишень вон какая-то появилась. А мишень, простите, это уже убийство Дерека или Джерри, или как там оно? Не, подожди, там же Фрэнсиса, по-моему, надо будет убить, да? Хрен его знает. Подожди, давай на карте просто глянем. По-моему, следующая точка, куда мы едем, это Олдерни Тауэр. И я не понял до конца, это то самое, да? То есть, кого из них надо убить или что? Подожди, давай проверим. Dead End называется задание. Я сейчас посмотрю и скажу вам. Для каждого заказа связной предоставят вам оружие и броню. По-моему, это какое-то дополнительное задание. Явно. Найдите цель. Подожди, там еще Рэй что-то прислал. Ага. Там квартиру он мне подарил. Слушайте, по-моему, это какое-то дополнительное явно задание. Я не помню, что... Но оно у меня, кстати, отобразилось почему-то. Может, я правда что-то забыл? Давайте попробуем его выполнить, если оно не такое трудное. Если что, просто забью. Гоните и уничтожьте цель. Нет проблем. А, простите? А все? 6500. Вызов фиксер. Фиксер? Вообще не помню вот такого, кто это. Ну, не суть. Ну, короче, чисто легкое задание выполнил. Халявные 6500, получается, заработал. Наверное, это все-таки ненужные задания. Но так или иначе. Смотрите, у меня открылась еще одна миссия на Дерека. И есть задание на Берни. Но так как Дерек буквально снизу, да, здесь это прям хорошо сейчас совпало. Давайте выполним задание на него. Следующая миссия носит прекраснейшее название Babysitting, что называется на русском как нянька. Ну, давайте попробуем. Мы встречаемся вот здесь. Мы это кто? Подплывите к лодке Тима. Ни хрена себе. Сейчас будет какая-то интересная торговля, походу. Опять же, кстати, соскриптованный текст. Я почти не помню этого задания. Но я просто надеюсь, что оно будет не таким уж и сложным. Ладно, Тим находится тут. И, как я понимаю, все, что нужно будет делать, это отбиваться, плавая вот на этой лодке, да? Но, опять же, не совсем безопасные задания, я бы сказал. Но касцену я таки пропущу все же. Следуйте теперь за ним. А мне, кстати, Ингрэм поменяли на МП5, притом это сделали насильно. Меня никто здесь не спрашивал. Ладно, вернусь к вам, когда экшен начнется. Ни хрена себе. А вот я понял. Вот тут и начинаются приколы, дамы и господа. Ну, если сейчас они не будут мега точными, тогда все будет хорошо. Если иначе все, то извиняйте. Это какое-то мега странное, мега глупое задание получается. Они вроде стреляют по Киму. В моей ситуации это очень хорошо. А тот, что на лодке плывет, вообще нет никакого дела до него. Я только надеюсь, Нико здесь не получает урон от огня, когда я по лодке проезжаю. Ну, на всякий случай, да, упоминаю это. Допустим, ты там тоже по ним стреляй. Судя по тому, что мне дали МП5, может, у нее урон повыше, я не знаю. Тут как-то лодочники отлетают быстро, когда стреляю. А лодка этого дурака, как я понимаю, бессмертная, да? Ну, я понимаю, всякое тут может произойти. Блин. А вот с вертолетом это очень плохо. Потому что я сейчас никак не прицелюсь, чтобы сбить его. У меня вверх камера, видите, не направляется. Нажмите F, чтобы встать на палубу. А, нажмите гранатомет ПКМ. А, понял, хорошо. Каков шанс, какого... Просто с какого раза я, блин, попаду по нему? Стоять по вертолету из гранатомета.
Ты можешь держать ровнее, спасибо. И еще этот урод. Ну давай, давай, постреляй по мне, постреляй. Хорошо. Найс. Мне кажется, в этом случае, кстати, игра доводит немного, чтобы ракета в итоге попала. Ладно, и дальше. Не загораживайте путь лодки Тима. Это само произошло. Давай, плыви дальше, мой друг. Мне кажется, это Дерек каким-то странным персонажем. У меня есть такое ощущение, как будто в финальном выборе я все-таки выберу оставить живых именно Фрэнсиса. У того хотя бы голова на плечах. Но если что, опять же, можете проголосовать в комментариях, кого именно из них оставить живых. И надеюсь, сейчас дополнительной стрельбы не будет. А, 7000, ну все, задание выполнено. Так, это был бэби-ситинг, да? И есть тут еще одна тема. Дайте-ка я сейчас сверну игру и посмотрю, какая будет следующая миссия на этого Дерри. Вот, блин, это тоннель смерти. Тоннель смерти, это, в общем, что-то из разряда миссии вот с банком, помните, которую я всю 11-ю серию проходил? Не хотелось бы это повторять прямо сейчас, поэтому давайте мы сейчас новую главу слегка приоткроем. Съездим к Берни, выполним на него задание, а дальше посмотрим. Вот Джимми Пигарина появился еще. Да, господи, что, боже мой, сколько работодателей и разом появляется. Не, я поехал к Берни. Там, я уверен, задания будут попроще. Там буквально в парке, по-моему, потерять его еще что-то. Ну, короче, Hating the Haters называется следующая миссия. Да, я также ее подсмотрел уж, извиняйте. Ну-ка, да. В общем, ненавидеть тех, кто ненавидит, по сути. А, ну да, это та самая миссия. Отвезите Берни в Бидл Парк. Я понял. Но это будет легкое задание. Так, чисто прогулочка в прямом смысле. Поехали, Берни. На такси, конечно же. Оставим это за кадром, пожалуй. Следуйте за Берни и держите дистанцию. Я, наверное, потом еще посмотрю, какая миссия будет. Если легкая, можно будет ее тоже пробежать. А потом, наверное, туннель смерти тогда придется проходить. Я думаю, сразу с нее начну тогда следующую серию. А дальше, в принципе, неважно. Сейчас только дождемся чела, который напрыгнет на него. А вот и он, по-моему, да, как раз сбитый. Ну, это я говорю, это будет легкое задание. Убейте отморозка. Да без проблем. Он же не будет тут ничего придумывать, продумывать. А мы через прыжок это сейчас спокойно сделаем. Ну что, на мосту? Самое время. О, как он красиво полетел. Так, подожди. Я еще лучше сделаю. Я его сейчас со снайперки тупо сниму. Раз, два. И подберите Берни. Фух. Ну, если бы я его упустил, это был бы шанс на провал миссии. Пойдем уже, господи. Это ж по идее, считай, фиксера пятое задание сегодняшней серии. А давайте, наверное, от курса мы с вами тогда отходить не будем. Я сейчас спокойно довезу Берни, поеду, наверное, сохранюсь, и дальше мы с вами заценим Тоннель Смерти. Как раз это будет своеобразная юбилейная 15-я серия, думаю, будет как раз в тему. Ну, ой, ой-ой-ой, я не хотел, да пофиг, блин, я его кидаю сегодня всю серию, поэтому да, Берни, мы на месте, потом еще два задания, кстати, на него останется выполнить. Ну, тогда да, на этом 14-ю серию завершим, было неплохо, я хоть познакомился с Филом Беллом, получил еще Пигарина здесь, но это уже финал, там, по-моему, Гравелли только остался и все, чисто уже концовка. Поедем сохранимся, с вами был Спексер, это прохождение GTA 4 с 1 хп, оно уже медленно-медленно заканчивает, поэтому не забывайте про лайки, подписывайтесь на канал, а плейлист с GTA 4 внизу слева на экране. Всем удачи, не болейте, и мы с вами услышимся, получается, в понедельник. Всем пока!